Друзья мои, сегодня хочу вам показать или добраться до сути, правильно сказать, принцип работы весов напольных. Вот у меня есть весы напольные, которые уже не работают, поэтому я и решила их разобрать. Прежде всего, здесь есть ножки, которые ведут, мы становимся, одна из них включает и взвешивают. Ну, начинаем с первого. У нас, я уже разобрала, видите, показываю вам, что уже разобрала, снимаю и разъединяю крону. Разберем и доберемся до сути. Далее снимаем ножки. Что у нас идет дальше? А дальше есть ножка прикреплена и ножка здесь с контактом. Далее я убираю они прикреплены шурупами, поэтому беру отверточку и откручиваем. Уже немножко подготовила, чтобы не тянуть время. Забираем, назовем их такие пластмассовые прокладки. Далее, что мы видим далее? У нас есть контакты, у нас есть провода, которые соединяют каждую ножку в отдельности. Сейчас нам надо добраться до следующего. Еще есть шурупы, которые надо отвинтить. Для того, чтобы узнать, как работает, понятно, если ты его не конструировал, его надо разобрать. Если есть такая возможность, я считаю, что можно, что это, так как в детстве мы когда-то хотели все время узнать, что такое мишка плюшевый. Я помню, как я его разорвала и все-таки смотрела, что там внутри? Там оказалась солома. Солома. Опилки. Так, разбираем дальше. Итак, разобрала. И видим внутри. Внутри идет микросхема, которая соединяется проводками с включателем. Включатель. И дальше. Сейчас мы уберем вот эти, доберемся до этих проводков и посмотрим, что же здесь. Ну и добрались до самой сути. Первое. Это вот наш включатель, которого подсоединена. Включает, выключает наши весы. Значит, плюс-минус и земля. Далее от кроны наше питание. И мы перевернули микросхему. Там видим сопротивление. Сейчас мы к ним доберемся. Посмотрим. И наш включатель. И наш включатель запитан. Запитан вот к этой микросхеме. Видим. Далее. Процесс взвешивания. Начнем. Покажу вам сам блок взвешивания. Вот он отсюда. Там есть кнопочка. Когда мы становимся на него, включается, оп, и выключает. Нажали, и дальше сигнал пошел на нашу микросхему и пошел далее. В принципе,
процесс взвешивания. Завязан на этой микросхемке. С другой стороны микросхема, я вам показывала, это дисплей. Когда мы на него нажимаем, вот он срабатывает, тоже он прикреплен к самой микросхеме. Вот наш дисплей, и он припаян вот к этой микросхемке. Вот такой нехитрое устройство, но нужное.